Ну что, мы решили сразу все открыть. Смотреть так смотреть, почему нет. Так, и так, это у нас что? Это у нас какая-то упаковочка. А, подписано Алле. Это мне. Сейчас посмотрим, что там. Сейчас аккуратненько ее вскроем. Так интересно, что там такое. Так, и что у нас тут? Так, это у нас что? Ой, Санкт-Петербург. Что-то с карандашиком. Это очень похоже на блокнот, наверное. Город на Неве, слушайте, такой красивый. Прикольно, с блокнотом. Да, это, видимо, типа склерозника для меня, для человека, который постоянно все забывает. Сейчас мы его откроем. Спасибо. Это бесценная вещь. Ой, какая прелесть. Так. Точно. Люблю тебя, Петра Творение. Люблю твой строгий, стройный вид. Невы державное течение, береговой ее гранит. Пушкин, Санкт-Петербург. Класс, вот это красиво. Да, и тут много-много бумажек. Ой, так прикольно с этим. С монограммой даже. С Петербурга. Город на Неве. Спасибо большое. Это листочки для записи и карандашик здесь. Спасибо, этим я пользоваться буду. Надо будет поставить себе на стол его. Вот, и записывать все то, что я постоянно забываю. Чай. Английский завтрак. Чай. Спасибо большое. Чай я очень люблю. Особенно Ахмат. У меня Ахмат стоит красненький. Не английский, а какой-то по-другому называется. Я его очень люблю. Так, чай черный, классический, листовой, мелкий, в пакетиках с ярлычками. Это очень удобно. Английский завтрак. Во как. Спасибо. Буду пить. Я чайный маньяк. Так. Что это? Ой, украшалочки. Спасибо огромное. Украшения. Да, эта штучка будет хорошо смотреться, например, на водолазке. У меня водолазок много. У меня есть черные, есть серые две штуки. Вот, и обычно на них именно вот таких вот штучек не хватает. Ой, слушайте, какая классная штука. Спасибо. Теперь буду носить. Да, вот это красивая штука. Спасибо большое. Бусики. Тебе нравится? Да, очень. Мне больше всего нравятся украшешки. Вот эти синенькие. Синенькие, прозрачные, которые похожи на кристаллики, да? Да. Спасибо, Галина, большое. И что-то тут еще. Я уже вижу слово snail. Улиточные маски, судя по всему, да? А, да, 3D маска. Две штуки. А, коллагеновая и улиточная. Ух ты, с иероглифами. Маска смягчает, питает, увлажняет, делает ее гладкой, упругой. Ага, с улитками и с коллагеном. О, я такие на самом деле в ванне использую, но не прям такие, но похожие. Вот, очень приятная кожа после них, очень такая мягкая, ухоженная. Спасибо большое. И это я буду пользоваться. Так, вроде бы все. Смотрим дальше. Что там дальше? Так, еще вот такая упаковочка. Кому? Маше. Это для Маши, да. Давай откроем. Маша уже радуется. Сейчас только надо найти, где открыть. Сейчас. Ты видишь, как все упаковано тщательно. Что-то интересное. Так. Это пока сюда, там больше ничего нет. Удивительные бабочки. В набор входит керамическая кружка с контуром рисунка, краски для раскрашивания 6 штук и кисточка. Роспись керамики 6 цветов. Ничего себе! Ничего себе! Вот это да! Это, похоже, кружка для росписи, чтобы бабочку делать. Будешь на кружке рисовать бабочку? Конечно! Я что, не умею, что ли? Ну-ка, давай посмотрим. Какие красочки! Краски! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6! Держи.
И кружка с контуром, чтобы не ошибиться. Ой. Такая прелесть. С этой стороны и с этой бабочка. Маш, будет твоя кружка? Разукрасишь ее и будет тебе кружка, да? Высохнет, и буду из ней пить. Да, будешь из ней, из нее, из ней пить. Классная штука. Да, очень классная. Спасибо большое, это интересно. Мне больше понравилось это и это. Так, давай пока сюда, наверное, положим, да? Потом. Да. Так, только как-то ее надо сложить. О, все, да. Вот, вот так вот. На, это тебе. Ставь. Классная. Слушайте, красота какая. Классная. Это классная штуковина. Так, это Алле. Это тортик. Тортик, 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 тортик. Тортик я люблю, по-моему, он вафельный, мне кажется, да? Сейчас я его как-нибудь вытащу оттуда. Вытаскивайся. Да, шоколадный принц, вафельный торт классический. Производитель, видимо, пекарь, домашние рецепты. Спасибо большое. Это мне к чаю как раз. К чаю, вот, пожалуйста, чай есть, тортик есть. Теперь стоит попить, покушать, попробовать. Спасибо. Так, потом маску намазать, одеть украшения и готово. Так, это что-то, тут целый пакет. Так, давай мы вот отсюда вытащим. Так, это Алле. Интересно, что-то черное внутри. Пока не совсем понятно, что там. Сейчас глянем. Какой-то пакетик черненький. Ой. Так, это у нас марсианка. Три шоколада. Неземное шоколадное удовольствие. Это какие-то шоколадные конфеты. Конфеты марсианка, три шоколада. Да, это шоколадные конфеты. Тирамису, чизкейк, мока. Это, видимо, какие они бывают. Откройте для себя все вкусы марсианки. Это такое я еще не пробовала. Шоколадные конфетки. Прикольно, спасибо большое. Попробуем. Смотри, будешь со мной пробовать тоже? Да, буду. Пока чуть-чуть. Это много шоколада, Брия. Да? А я не буду. Ну что, достаем еще? Спасибо. Сейчас посмотрим, что там. Опа. Маша. Это Маша. Ну-ка посмотрим, посмотрим. Как думаешь, что там? Не знаю. И я не знаю. Сейчас посмотрим, да? Да. Похоже, это какое-то яичко там. Думаешь, угадала? Конечно, похоже ведь на яичко. Похоже на яичко? Да. Похоже, ты угадала, да. Похоже, это и правда яичко. Конечно, угадала. Я ж... Во, какое! Я ж говорила яичко. Волшебное яичко для девочек. Волшебное яичко для девочек. Волшебное? Держи. Волшебное. Волшебное? Оно исполняет желание. Вот откроешь и узнаешь. Да? Ладно. Спасибо большое. Так, и здесь целый пакет для Маши. Целый пакет? Да, отдельный пакетик, еще один такой цветной. И на нем на всем наклеена Маша. И это все для тебя. Так, интересно. Так, так он тоже, похоже, немножко склеен. Да, он чуть-чуть склеен. Так, во-первых, для Маши. Опять яичко. Похоже, опять яичко. Ну-ка. Сейчас посмотрим, сейчас мы его... Я вклала. Слушай, везде яички лежат. Ой. Так, сейчас я его... Они так запакованы хорошо, что их с трудом откроешь. А я боюсь еще сломать его, а то оно как треснет у меня в руках. Яичко. Волшебное яичко для девочек. Опять? Еще одно. Да, еще одно такое яичко, только уже другого цвета. Да, спасибо. А тот был розовый. Да. Маша все свои сокровища в ту сторону собирает. Ну, конечно. Так, ну-ка, 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 ну-ка. И это у нас Маша, купальник детский. Маша. Мама, у меня будет купальник. Мама, купальник, мама. Что? Когда я стану грязная, мы в Москве останемся, я надену вот такой купальник. А почему ты станешь грязной, и мы в Москве останемся? Я не поняла, это тебе в бассейне купаться, да? Мама, ну в бане, наверное, тоже можно так. Ну, теоретически можно. Вон какой разноцветный, так, бумажка Маши. Купальник детский. Ой, такой яркий, такой яркий. Даже с верхом, боже мой, а? Смотрите, трусики.
Слушайте, а похоже подойдет. У Маши попка небольшая. Трусики и верх с бантиками. Мы потом чуть-чуть попозже мы померяем, я думаю, что в конце, да? Оденешь, померяешь? Ну, не сейчас, чуть попозже. Да. Держи, посмотри, какой. Я хочу сначала трусики. Ну-ка, на сколько он рассчитан? 110-116. 4-5 лет. Странно. У нас такие огромные купальники продаются на 110-116. Спасибо большое. А то мы купальник не нашли. Мы в прошлый раз заходили в магазин. Нам сказали, что у нас купальники только в мае появятся. И все. Держи, это трусики. А это верх. Маечка, да. Мама, мне больше всего нравится труся. Ну, труся, понятно. Не, смотри, тут какие бантики классные. Классно. Так, это у нас что? Это у нас... На шусику. Сейчас, подожди, я не пойму, что это. Маша, вот, Маша. Маша, Маша, Маша. С другой стороны просто. Очень похоже на сумочку детскую. Так, так, так. Так, так, так. Сумка, сумка, сумка. Здесь не только сумочка. Так, здесь вот такой вот кошелечек с кошечкой. У нас есть. Что значит у нас есть? Смотри, какой красивый. У нас не такой. Да. У нас маленький какой-то. Да, маленький. Можно? Можно. Кошелечек, спасибо большое. Такая милость. Сумочку будешь теперь носить через плечо. Такую красную. Девочка. Да. Спасибо большое. Детский бантиком. Детский склад. Вот так вот на ручку одеваешь. На ручку. Ручку просунь. Вот так вот. Вот так. Вот все. Ага. Вот так вот, да. И пошла, и пошла. И пошли, и пошли. Так. Здесь что-то еще красненькое. Клевая футболочка. Это футболочка на 4-6. 4-6, может быть, подойдет, да. Давай посмотрим. Футболочка. Ой! Солнышко! Смотрите, что внизу написано. Я просто солнышко. Галина, это чудо просто. Спасибо большое. Написано, я просто солнышко. Кто у нас просто солнышко? Я. Ты. Ну-ка. Потом немножечко попозже померяем. Померяем купальник твой и футболку. Ручки убери. Так, ну-ка. Ага, чуть-чуть великовато. Но лучше велико, чем мало. Мы до нее дорастем. Правда? Да. Так, и еще одна коробочка у нас тут была. Это бурлящие бомбочки для ванной. Спасибо большое, это интересно. Она так пахнет. Слушай, это коробка? Конечно, понюхай. Очень вкусно пахнет, правда? Вкусно. Очень вкусно пахнет. Может, так, еще попробуем. Давай посмотрим, откроем ее, ладно? Да. Ой, какая штука. Внимательно изучите инструкцию. Здесь есть такая ванночка. Видимо, в ней нужно все это замешивать. Так, здесь формочки разные. Бабочка, божья коровка и какая-то муха. А, пчела. Так, здесь есть сам материал для бомбочек. И еще какие-то... А, и краски. Это, видимо, сами краски. Они немножко, кстати, протекли. Ай-яй. Они немножко протекли, но все равно все это безумно пахнет. Очень интересно. Так что попробуем. Здесь лопатки внутри. Слушайте, класс. Будем делать! Будем делать! С мамой. Внимательно изучить инструкцию. Да, конечно, с мамой. Так что сделаем тебе бомбы. Для ванны. Будешь их испробовать. Угу. Да, в раковине сначала. Как это в раковине не надо? Прям в ванну бросила и все. Тогда надо ее мыть воды и бар-бабах. Это когда ты мыться пойдешь. Мыться? Да. Это а я думала просто, можно еще и испробовать. О, как у Машульки. Слушайте, все село идеально, Маш. Ну-ка, а на меня посмотри. Какая красота, малыш. Слушай, так классно. Купальник смотрите. Сидит и труси сидят. И купальник, и трусики сели идеально вообще. Мне нравится. Так, ну-ка, повернись попкой. И попка тоже идеально села. Они не жмут и плотненько очень сидят. На резиночках. Да, и здесь тоже все в порядке. Слушайте, прям угадали с размером, а? Опять. Ну-ка, а еще передом повернись. Класс.
Ну вот. Как вы угадали мой размер? Летом будешь купаться, да? Да. Вот так вот. Да. Так, сейчас посмотрим, как футболочка будет. Я думаю, она будет пока как платье. Наверное, она будет пока велика, да? Так, а где дырка? Вот она, да, ты ее нашла. Где дырища? Где дырка? Давай, где давай, одевай. Где попытка? Ну да, платьишко немножко. Ну да, футболочка еще великовата пока, но лучше велико, чем мало, правда? Аж так миленько, прикольно. Платье, футболка, платье. Спасибо большое, ну вообще классно. Единственное, что вот мы сейчас почитали инструкцию по разукрашиванию этой кружки, потому что Машулька хочет прямо сейчас начать ее разукрашивать. И здесь написано, что после того, как ее разукрасила, эту кружку, нужно поместить кружку в разогретый духовой шкаф до 150-200 градусов и запекать ее в течение 15 минут. Но у меня нету духовки, но я уже подумала, что, наверное, можно будет духовку заменить аэрогрилем. В нем тоже есть такие градусы, 150-200. Поставить на 15 минут, в общем-то, какая разница? Наверное, никакой. Поэтому, да, давай, можешь разукрашивать. Да, только нужно полотенце. Только нужно какое-нибудь полотенчика, чтобы туда капало. Кряска. Это я тебе сейчас устрою, да. Сядешь, будешь разукрашивать бабочку свою на кружке. И да. Фарточек еще надо будет тебе одеть, чтобы не обляпаться. Угу. Да. Хорошо? От красок, вот. Да, от красок от твоих возьмем. Угу. Да. Вот. Ну что, на кухне сядешь, там места побольше. И да, на кухне, свет лучше. На кухне. Забирай. Вот. Коробка тебе, наверное, не понадобится или нужна? Ну, так. Короче, я буду разукрашивать так, как я хочу. Хорошо, тогда забирай кружку. Или будут одинаковые крылья, или разные. Хорошо. Как хочешь, как тебе больше нравится. Тогда бери кисточку, бери краски, бери кружку и топай на кухню. Сейчас я тебе там все устрою.